В 2007 году мне выдали все документы для строительства, прежде всего аренду земли для строительства дома. Земля была для индивидуального строительства без каких-либо ограничений. А с 2006 года, если есть земля в аренде или в собственности, строится дом не выше 3 этажей, этот дом по 93-му федеральному закону, он приравнен к садовым домам. Он считается законным и должен быть зарегистрирован в Росреестре по одному только документу на землю. Я в 2007 году сразу быстренько здесь расчистила поляну, здесь была мусорная яма, вынесла 2 водопроводных линии, которые здесь проходили к этим домам, за пределы участка с разрешения водоканала сделала проект, построила 2 колодца жителям и себе водопроводных, подвела водопровод, подвела под землей свет вот здесь, подвела канализацию, то есть все коммуникации, которые необходимы, центральные, вырыла котлован и быстренько построила цоколь. Для чего я торопилась? Потому что аренда – это аренда, а собственность на землю я могу приобрести, если я буду собственником недвижимого имущества. Поэтому закону 93-му, а 30 июня 2006 года, он до сих пор действует, этот закон, я быстренько узаконила цоколь. По 36-й статье Земельного кодекса я получила право исключительной приватизации. Мне говорят, мы вам не отдадим, мы под дорогу резервируем. Все вот эти годы я боролась за то, чтобы мне дали землю в собственность. Дошло до того, что мне даже говорят, у вас даже объекта там не было в собственности. Цоколь – это не собственность, не объект. Я приношу документы из Росреестра, они на них не реагируют. То есть я осталась по их вине без права собственности на дом. Дальше, для того, чтобы меня отобрать этот участок, отменяют разрешение на строительство, которое мне не требовалось, но я его получила, потому что знала, что за участок будут бороться, отбирать у меня его. Почему вы об этом знали? А меня предупреждали, что этот участок очень завидный. И Паршута объявил, кстати, по ТВ-2 в каких-то вечерних новостях, что такой участок он с аукциона может продать за 16 миллионов. И поэтому, его отдали под индивидуальное строительство какой-то пенсионерки. Его это очень возмущало. Я знала, что будет борьба, и поэтому получала все даже ненужные мне документы. И разрешение на строительство в том числе. Паршута это узнал, отменяет это разрешение на строительство. Я думаю, но этот документ мне не требуется, я и дальше буду строить. Он отменяет, и меня начинает за это же штрафовать. То строительная инспекция, суд отменяет штраф. Значит, то милиция, суд отменяет штраф незаконно. Строительство ведется законно, у меня все эти решения есть. Тогда они подают в суд о сносе самовольной постройки. Я говорю, постройки еще нет. Там только цоколь в собственности, дальше 2 ряда кирпича. Я быстренько достраиваю, чтобы уложиться в рамки договора аренды земли, в сроки договора аренды земли. Я достраиваю, ставлю на кадастровый учет этот дом. В Росреестре мне говорят, дом вполне законный, мы хоть сейчас зарегистрируем его, но мы вам приостанавливаем регистрацию, пока снимут запрет. Я начинаю судиться с мэрией о снятии запрета. Мне надо дом, он законный, он нигде, ни в одном документе не написано, что есть самовольные элементы или есть самовольная постройка. Нигде, ни решение суда сносит дом это. В Росреестре это знают. И я недавно была там на консультации, мне сказали, дом стоит на кадастровом учете, кадастровая стоимость 9 миллионов с лишним, мы хоть сейчас его зарегистрируем, но у вас его фактически нет. Я говорю, да, факт, я не хочу никого обманывать. Мэрия нарушает мои конституционные права, оставили меня без дома. Я все продала, чтобы построить этот дом. Сейчас я вообще... Во сколько вот все полностью обошлось? Вы подсчитывали строительство дома? Я не подсчитывала. Но в то время мне сделали оценку моего дома, эксперты. В то время строил... В 2010 году сделали оценку, когда я поставила на... Он стоил 12,5 миллионов. Сейчас на основании вот той оценки эти же эксперты, с учетом коэффициента удорожания и сравнительных цен на другое имущество, мне сделали оценку 16 с лишним миллионов, только дом стоит, которого я не имею, это упущенная выгода по закону. Будут вас носить или нет, мы не можем понять, потому я что написал вроде... официальный запрос, мне сказали, что мой земельный участок не идет под изъятие. То есть вот как-то так будет огибать? Не знаю я. Потому не, что у меня не ко мне вопросы сразу начали в администрации. Сносить. За нами снесли все еще в ноябре месяце. Мне, да, пришел ответ, что мой земельный участок не предусмотрен к выкупу. Угу. Странно. Выкупу. Так, ладно. А то есть, ну вы тут не живете, вы, я насколько помню, торгуете растениями? Нет, это жилой дом и гараж. А, то есть вы тут саженцы живете? Это выставка, да, обычная выставка. Я здесь их храню. Ага. У меня есть питомник, где я их высаживаю.
Понятно. То есть вы тут живете в этом доме? Да, да. Я здесь прописан. Я купил земельный участок как частное лицо, да. С домом тут был? С домом, да. Реконструировал дом и построил гараж. Ага, все понятно. После этого администрация города Томска подала в суд в арбитражный на снос, да, на снос гаража, который я здесь построил. Ага. Но так как у нас арбитражный суд — это правая рука администрации, ну, они благополучно его снесли по документам. Пока мы в стадии еще судов и, ну, уже 2 года в судах, в общем-то. То есть есть постановление о сносе? Есть постановление о сносе.